У меня есть к Любе вопрос. Давай. Зрители просят нас уже поговорить за политику, и у меня есть к тебе вопрос. Как ты относишься к нынешней ситуации в нашей стране, и за кого, самое главное, ты будешь голосовать 18 марта на президентских выборах? Ну, есть такой мем очень хороший в интернете. Он звучит как «Я пойду на выборы, только еще не решила в чем». Не нужно воспринимать это буквально. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Я проголосую за Навального, если он будет в списке. Если в списке будет Вытухновская, я, конечно, проголосую за Алину. Вот, если Алина не будет, я проголосую за Навального. Если Навального не будет, то я буду решать, в чем я пойду на выборы. Мне кажется, это исчерпывающе. Да. Если там есть что-то политическое, то...